Добрый день! Готовлю сегодня творожный пирог с грушей и сметанной заливкой. В миску вбиваю 3 яйца, добавляю 5 столовых ложек сахара и все хорошо размешаю. Добавляю 300 грамм творога. Творог у меня мягкий такой. И все хорошо размешиваем так, чтобы растаял сахар. Добавляю 200 миллилитров кисломолочки, можно кефир, можно ряжем. В муку всыпаю чайную ложку разрыхлителя, все перемешаю и просею в нашу творожную смесь. И все будем хорошо размешивать, чтобы у нас получилось такое густое тесто. Тесто выкладываю в форму, смазанную предварительно сливочным маслом. Сверху выкладываю груши наши мелко нарезанные, можно любые ягоды или фрукты. И ставлю пирог выпекаться на 35-40 минут в разогретую до 180 градусов духовку. Пока пирог наш выпекался, он выпекался у нас 45 минут, сделаем заливку для нашего пирога. 3 столовых ложки сахара я всыпаю в миску, добавляю 180 грамм сметаны и все взобьем в пенку. Такую пышную пену. Покрываем нашей сметанной заливкой наш пирог и дадим ему настояться буквально час. Очень вкусный получился пирог. Творожное тесто, такая фруктовая прослоечка, сверху сметанная заливка. Рекомендую приготовить. Готовьте с удовольствием, радуйте себя и своих близких. До новых встреч, до новых видео. Спасибо, что готовили со мной.